Здравствуйте, товарищи. Как он оригинально слез. А там нет стенки. Так, стенки там нет. Паровозиком. Идем. Идем паровозиком. По-быстренькому. Так, ну и... Ох. Винни. Ох. А туда больной. А, он не хочет, чтобы мы его подстрелили. Какой нехороший. Плохой. Плохой танкист. Плохой. А хороший танкист. Мертвый танкист. О. Бумс. Вот это хороший танкист. Так. О. И... Бух. Плюх. Ура! Ура! Бух. Глядели все там. А он подчинился. Бессовестно. Фу. Стыдно использовать перевязочные пакеты. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Ой, Хетцер! Останется. Сейчас он исправится. Ух. Сейчас нашу уговит. Ай, стреляй лучше в меня! Меня стреляй! Гад. Плохой. Плохой Хетцер. Ой. Один против. Восьмерых. Ужас. Какой кошмар. Мы погибли. Погибли. Все. Все, все. Все. Теперь уже ничего не поможет. Плюнь в лицо вождю. Фу. Вот теперь все. Пок. Девать. Плюх. Минус 29. Можно, конечно, выцеливать. Но тогда он нас объедет. На кривой козе. Что? Лучше пятиться. И контролировать ситуацию. Ситуацию. Ромбиком стали. Так. Видите, обходит. Гад. Вот такие нежные сзади. Такие нежные. Из боков, наверное, тоже. А может, у него круговое. Бронированный. Он вообще со всех сторон. Со всех сторон бронированный. Главное ромбиком стать. Ромбиком. И все получится.
все у вас получится. Вообще картонный, совершенно картонный танчик. Или мне кажется, или картонный. Или кажется, или картонный. Это мы наградили званием результативный игрок. Игрок. Результативный. Почти вегетативный, но по-другому. Ну ладно. Смотрим другие реплеи. Так. Так. Теперь война с роботами. Вот видите, это робот, а это робот. Кто-то 2015. И это робот. Робот. Ну, остальное тоже. Название. Что эти робот? Идите. Разработчики не скрывают даже этого. Это смешно. С 2015 года он. А Д1 ездит. И ездит, и ездит. С 2015 года. Еще покажу сейчас, чем роботы отличаются от живых игроков. Игроков. Тем, что у игроков есть ручки, ножки, тельца. А у роботов нет. Какой ужас. А головы нет. И там, и там. И раз. И два. И три. Ужас. Как у нас отбили? Отбили нам всю бабушку. Ой. Что у нас? Нет. У нас пока. Нас типа не замечают. Нас игнорируют. Обижают. Пойдем или нет? Мы пропали. Так. Верхушечку. Лук. Это такое нежное место на макушечке. Ай, убежал. Нет, не убежал. Жаль. Башня. Даже ни одного. Может, там четыре девушки сидело. Ужас. Живьём прямо. Погибли. Так. И чего? Обходной маневр. Это только в войне с роботами можно так сидеть в кустиках. Расстреливают по-тихому всех. Всех расстреливают. О, повредили там гусеницу и другие части тела. Ужас. А если не с роботами, то обязательно какой-нибудь говнюк обходной маневр совершит. Вот что он совершил. Сейчас обходной паразит заслонил нам врага своим телом.
Лег, понимаешь, на амбразуру, понимаешь. Один против трех мусульманов. Ужас. А барабане чего у нас там? А, нет, барабан полненький такой. Так, вот все. Хорошо. Упокоили немца. Гитлер капут. Это трактор. Трактор. Такой хороший танчик. Не суетится. Ездит спокойно. Всех убивает. Этот, какого? Трактор. Чух-ч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 ух. Так. Опа. Очень удачно. Так. Надо, конечно, по мотору стрелять. Но здесь не до выцеливаний. Вот сколько уже захват базы. А этот нам в спину будет стрелять, если что. Он не джентльмен. Он вообще... Может, азиатской национальности какой-то. А может, француз. Как и мы. А мы точно французы? Ну, не знаю. Оп. Может, вообще японцы. Кто его знает. Так. Японцы. Один. Совсем один. Лучше, чем средний максимальный опыт за неделю у 95% игроков данной техники. А, данной техники. Все там воин. Защитник. Медаль Колованова. Победить в бою, оставшись в одиночку против трех машин противника. В бою 19 августа 41 года на КВ-1 уничтожил два немецких танка, два орудия и два бронетранспортера. Зиновий Григорьевич Колобанов. Советский танкист. Ас. Подполковник. Уничтожил в одном бою 19 августа 41 года на танке Клим Ворошилов 1 22 немецко-фашистских танка, 2 немецко-фашистских орудия и два немецко-фашистских бронетранспортера. Выжить в бою. Он еще и вышел при этом. Так. Колобанова, значит, и Орлика. Уничтоженная техника должна превосходить боевую машину игрока как минимум на один уровень. Уничтожить не менее трех машин, управляя легким танком. Эффективность. Разберем физиономию для себя. Да, панцирь. Два второго уровня, Т2 медиум второго уровня, Д1 второго уровня и еще один Д1 второго уровня. Вот, теперь самое интересное. Самое интересное, вот они роботы. Роботы. Вот берем, оп, это не робот. Вот заслуги, у него все в порядке, 27 боев, ля-ля-ля и сюси-пуси. Это тоже не робот, заслуги, все дела, 28, это все-таки трусечки.
Вот это вот еще воинская честь, старпинный игрок, тра-ля-ля. А вот это вот, видите? Пять непонятных звезд. Воинская честь почему-то тоже стабильный игрок. Заслуги. Нажимаешь, а они не нажимаются. Боник. А, Бон Крэшер. Это компьютер. Подбирает случайным образом такие странные ники. И с 2015 года не удосужились поменять хотя бы год. Ужас. Ужас. В общем, это нехорошо. Писать код, когда делаешь ник для робота. Вот это тоже человек. А это опять робот. А это опять робот. А это опять робот. То есть мы трое на трое играли. Вот. А это робот. Это мы робота похвалили, что он результативный игрок. А вот его мы не похвалили. Да. Это я к чему говорю? Мне все равно, сколько там роботов в команде. Мне было бы приятнее играть с роботами, если честно. Пусть будет режим ПВЕ. Ну, пожалуйста, Виви. Пусть будет режим ПВЕ. Как в игрушке про танки Армата. Проект Армата. Игрушка такая есть. Как она полностью называется? Я не помню. Проект Армата. И там есть нормальный режим ПВЕ. Играешь с ботами. Вся команда противника — бот. Боты. А в твоей команде из людей только один. А может, нет. Нет, наверное, там люди против роботов. Вот. Люди против роботов. Команда людей и команда ботов. Да. И было бы нормально. А то это какое-то надувательство. Ну зачем это? Зачем это? А, на маленьких уровнях. На первом уровне суют вот этих вот ботов. Зачем? Они, конечно, результативные. Результативные. Ад какой. Угробил кого-то. И ничего. Да. Ладно. Переходим к следующему номеру нашей программы. Следующий. Что у нас там? Это был, этого не было. 3.24. Так. Так. Это у нас вот это убирает. Все убирает и все. И сидим, как эти, все равно что. Вот здесь можно двигать, а, или нельзя. Или это не я двигаю. Это я, но не я. Но двигаю. Так это я или не я? Вроде бы я двигаю. Вроде не я.
сейчас я буду двигать. А вот он двигается. Двигается хорошо. Так, это я сейчас двигаю. Ой. Так, о. О, плюх, плюх, плюх. А вот с этой штучкой смотрите. Оп. Исчезает. Оп. Оп, оп. Оставился как мы хорошо. Это робот не вот так подставляется. Может и нет. О, ужас, что творят. Может они хотят по-быстрому просто пересесть, вернуться быстренько. Быстренько вернуться в этот, в ангар. Сесть на другой танк и снова поехать умирать. Их украли враг у нас с фалдами прямо. И смокинг украли враг. Тут перископы торчат. Мы уж перископ хотим. А он тоже хочет у нас. А мы ему в орудие. А он тоже у нас попал. Петюлькой. Петюлечкой. Вот тютюсечки. Вот тютюсеньки. Да. Ну, без хрена не сожрёшь. Колодец. Бельё сушится. Так. Ой. А его уже угробили, которого без хрена не сожрёшь. Так. Всё приходится делать славу. Шпарец. Американец. Всех победил. Ура! Сбил заход. Базы. Наши, между прочим, базы. А, нет, общие. Общие базы. А почему здесь общая база? Потому что... Это World of Tanks. Огромное пространство, понимаете. Сесть, полчаса. Стреляешь. Может, так никого не встретишь. Ни разу. Ни в кого не выстрелишь. Сесть. Так. Тоже роботы. Роботы. О! Crazy Panther Defender. Тоже робот. Видите? Вот. Чпок. А он не чпокается. Вообще не чпокается. А это не робот. А этот робот. Iron Crank. А это не робот. Это какой-нибудь PlayStation или еще что-нибудь такое. Или Sony. Panasonic. Тра-ля-ля. Почему-то встречается плеер такой-то. Робот. Так что только два человека. Двое на двое. А здесь трое. Трое. Время... Да.
Да. Здесь трое, здесь тоже должно быть трое. Раз, два, три, да. Трое на трое. Играли. Для красоты добавили еще 8 роботов. Так. Дальше. 2:45. 2:45. Роботы иногда упрутся в стенку и стоят как вкопанные. А даже иногда не упираются, а оставляют место между стенкой и собой, чтобы можно было их карусельить. У некоторых танков так медленно башни поворачиваются, что можно карусельить. Но спасает поворот техники вместе с башней. Это сложно все. Сложно. А этот, вот куда он лезет? Не дает нам выстрелить паразит. Нет, он правильно все делает, правильно. Правильно. Да. Так. Но. Ой. Так. Прикрываюсь. Прощаем. И в попочку. В попочку. Ой, убил. Паразит. Нашего убил. Пока мы перезаряжались. Что-то не крутится. А, вот так крутится. Зажав правую кнопку мыши, можно крутить. Повтор. Так. Сбиваем базу. Это робот, по-моему. Он вечно встает туда. И пытается захватить базу. А мы там уже сценарий роботы действуют. Одна и та же техника. В одно и то же время встает в одну и ту же точку. Какой ужас. Ладно, с этим все ясно. Следующее у нас британский средний танк первого уровня. Скоро он будет ликвидирован жестокими разрабами. Он мешает. Виднее. По-моему, это обманка требителя. Когда человек приобретает за большие денежки один танк, а потом его режут. Отрезают ему крылья.
параметры снижают. Доходность уменьшается. Почему же? Затраты растут. Обманывают жители. Представьте, вы приходите в супермаркет. Покупаете мясорубку. Электрическую. Электронную мясорубку. Потом приходят разрабы. Прямо к вам домой. А покупаете вы за бешеные деньги. И говорят, у нас плановое обновление электронной мясорубки. Отбирают у вас мясорубку. И за 5 минут из нее делают, из электронной мясорубки, ручную яйцерезку. Вот то же самое делают разработчики World of Tanks. Обрезание нашей техники любименькой. Жестокое. Жесточайшее. Видите, что творит? Видите? Видите? А, ой. Так не делайте. Пытайтесь повторить это дома. А вот так можно. Так, спрятаться хорошо. Прячемся. В шапочку. В шапулечку. Упс. Упс. Ой, вылезает еще один. Фигулечки. Не пробили. Так, шапочку. Точнее. Но. И. Вот. Шапочку. Шапулечку. Шапусинку. Но. И. Это мы, конечно, утрируем. Вы купили электрическую мясорубку. Через неделю пришли разработчики этой мясорубки. Сделали из нее ручную мясорубку. И вам приходится с мозолями на руках крутить, крутить, крутить мясорубку. Причем покупали вы электрическую мясорубку за 12 тысяч, а ручная мясорубка 3 тысячи стоит. Вот точно так же с техникой. Вот этой вот станчиками. Покупаете одно, а после обновления черт знает что получается, а не танк. Был ультой, а стал говном. Вот так вот. Вот в таком, понимаете, разрезе. Пунк. На. Ульту теперь отберут у танкистов. Кровно сработано. Нет.
Она просто станет. Она станет коллекционной. А другие уже не смогут купить. Лучше. Какой кошмар. Мастер. Любой лучший, чем средний максимальный опыт за неделю для больше опыта. Чем ты получил необходимо заработать больше опыта заработать, чем средний максимальный опыт за неделю 99% игроков на данной технике. Так. Вот с какой техникой нам придется распрощаться, если она у нас не будет в ангаре пылиться. Они переходят в разряд коллекционных. Это у нас американская техника. Вот она. А это мне это просто не нравится. Танчик. Гайденфей. А это вот с желтенькими. Переходит в разряд коллекционных. Если не успеете взять ее, то все. Считайте, не повезло. А, сейчас. Лучис. Крыса или еще что-то такое. Агнески. О, ульта наша дорогая. Ладно. Это советская техника. Тоже. Распрощаемся. Если нет в ангаре, нет у нас британская. Ай, вот это вот прелесть. Вот это прелесть. Черчилль и Черчилль ганкерриер. Вот это разряд коллекционных ульта наша. Прелесть. Ай. Еще вам тоже ульта. Та еще. Ульта. Говорю, что вот это лучше. Т-18. И Т-82. Это прелесть. М3. Ай, прелесть какая. Господи. Вот это очень медленно движется. Башня. Это ужас. Это кошмар. Это кошмар. 10 раз вас всего защитят, пока вы развернете башню. Британцы, прелесть. Японцы, китайцев это не затрагивает. И, наконец, французы. О. Эта верхняя штучка у него очень плохая. Очень плохая. Да. Никуда. А это та еще ульта. Уйе. Уйе. Это сау. Сау, сау. Переходят в разряд коллекционных. Вот эти
воин, мастер, защитник, Оськина, управляю средним танком, 3 машины, уроки и так далее. На мелочи. Легендарная. Так. Ну что? Пятнадцать тридцать один. Да, как мы смотрели. Персик деньги. Наверное, выходили в эфир. Так, поехали. Там уже наших мочат, замачивают. В кустике. С роботами хорошо в кустиках здесь сидеть. А люди вечно сзади заходят и стреляют в спину. А роботы прут так вот наглым. Вот почему-то убежал. Лос. Наверное, что-то вспомнил. Убежал. Украли фраг. Смешной какой. Этот живчик. Живчик. Опс. Спрятался за камушек. А нас все уничтожают и уничтожают. Все уничтожают и уничтожают. Мы же проиграли здесь. Мы проиграли. Ой, ой, больно как. Изранил всего. Все тут меня изранили. Бомс. Ты чувствуешь, будет коса смерти. А я буду ловить. В попу. В попу так больно. Ой, но... Бомс. Бомс. Коса смерти. Медленно. Наверно. Бомс.
Хотя у меня на кривой консервный хоть нехороший. Разве можно стрелять из пима? Братья Слиз не джентльмен. Лучше, чем 95%. А со смерти? Я не боюсь, что это у нас так. А всего 14 сражений. Ой. Это Дарли Николсон, английский снайпер. Так. А Колобанов 22 за один день угробил немецко фашистских танков. Такой молодец. Так. У нас 52 на середине смотрели. А следующий в другом видео посмотрим. Всем пока. Подписывайтесь, если что.